Женек! Здорово, Женек! Нифига здорово, ты Саня. Мне, а? Сколько лет, сколько зим. Ну что ты, как ты, рассказывай, да а? Я нормально, ты как? Я же как после 7 класса от вас уехал, короче, в Уренгой. До 9 класса, короче, там проучился, а потом в Фазанку пошел. Нифига. Там нормально. В Фазе, короче, прикольно было. Там единственное, знаешь, что в столовке очень стрёмно кормили. Ну прям беспонтово, знаешь. Она такая, 100 евро. Я говорю, ты что, упал? Каких 100 евро? Ты что, гонишь? Вообще, ты в своем уме в себя приди. Она что-то тыр-тыр. Ну она, короче, меня не понимает. И меня проводница, короче, толкает, такая говорит, мужчина, ваша станция, выходим. Я говорю, в смысле, я в поезде, что ли? Я вообще не вдуплю, прикинь. Я говорю, в смысле, нет денег, мам, ты что угораешь? Я же знаю, что тебе приходит пенсия 12 тысяч рублей. Ты как бы семерку, будь добра, да? Я в Москве, прикинь, братан. У меня тоже суета туда-сюда. Ну и вот, короче, я сейчас у бабки комнату снимаю. Вышел покурить на лавку, смотрю, ты идешь. Братан, мне идти, но меня такси ждет. Реально, что ли? Так иди, что ты стоишь? Все понимаю, братан, давай, конечно. Если что, звони на связи, да? Я сейчас здесь, вот в третьем подъезде. Серега? Серый, ты что ли? Здрасте. С вас 1 300 000 за ожидание. Хату возьмете? Поехали.